Небольшое землетрясение произошло ночью на востоке Казахстана. По информации Центра данных РГП Института геофизических исследований, магнитуда составила 4,1 балла. Эпицентр находился в 143 километрах к юго-востоку от Усть-Каменогорска. Очаг был на глубине 10 километров. Как передает наш корреспондент в Усть-Каменогорске, жители областного центра толчков не ощутили. Данных о пострадавших или о разрушениях не поступало.